Nobody's perfect, yeah, we act a fool. I'ma keep on running, nothing's new. Yeah. Guess I'll keep doing what I naturally do. I'll always keep on running back to you. Привет, всем привет. Мы сегодня небольшой компании, втроем. RM800, Gepard, Bolt Motors, Jumbo 750. Едем прокатиться по местности. Никто особо сейчас не катается, потому что очень много снега. Но мы как решили встречи друзей сделать, да? Да. Давно не виделись. Александра вон вообще не видели. Два-три месяца. И просто решили собраться. Даже если особо нигде не проедем, будем застревать. Пойдем в кафешечку. Поделимся с вами какими-нибудь мыслями. Кадры пошли сразу. Все, контент. Залетел снегоход. Вот собаку перевернулась. Все, даже снежек сел, ёпта. Так, Александр. Аюшки. Тебя тоже давно не видели. Месяц, да, получается. Короче, вот, прогреваем, выезжаем, вытащили снегоход, он там застрял. Короче, будем делиться своими мыслями. Саня вам расскажет про свой РМ что-нибудь, опыт эксплуатации, там что как, что он еще доработал. Покажем вам в процессе небольшие доработочки. Вот. Я тоже расскажу. У меня новый амортизатор Plaza, про них отдельное видео. Уже есть, смотрите. Новый вынос радиатора с моим логотипом. Вот он. Для меня сделал Василий, ему огромное спасибо. Trophy Pro. С такими вот площадочками. Вот. Ждем также гнутые рычаги. Сай, как? Woo! Хорошо идет. РМ нормально. Мой гепард. Давай! Woo! Нормально едет. Давай.
надо мерить брод, чтобы... А то весной можно утонуть. Сейчас будем преодолевать речку. Пошел, Александр, давай. Ох, РМ, зверь. Мотор, красавец. РМ пошел в горочку. Прет. Заедет, интересно. Тяжело. Балтмотор скупается. РМ зашел. Зашел в горку. Балтмотор сломается. На льдину залез. Давай встань поровнее, чтобы она в течение пошла. Чуть назад. О, еще. Стоп. Балтмотор, зверь. Мы вот на такой речечке катаемся тут. Просто отлично проводим время. Ох, мощно. И давай в горочку, пошел. Ох, вообще пушка. Молодца. Блин, офигенный день, офигенная катка. Так, очередь Игорька. Речка забавная. Балтмотрос у нас уже как пингвин на льдине поплавал. Вот, надеюсь, Игорь это видео выложит. Было реально прикольно. Речка, в принципе, не глубокая, но... Подъемчик сложный в горку. Во! Опа! Гепард, как пингвин. Оп, оп. Пошел. Горка очень рыхлая. Техника идет неохотно. И тут, я не знаю, ну градусов 40-то есть, да? Хороший подъем. Ну, подъем мощный, да. Даже не знаю, когда потом ползти пешкодрал. Давай, Сань, заныривай. А, красава. Ху-ху-ху-ху. РМ просто зверь. Посмотрите, что творит. Давай, Саня, газу. Чуть назад надо, наверное. Посмотрите, что Александр творит. Погрузился. Все, давай газку, Сань. Все. В смысле все? Давай еще раз говорю.
Главное перехватить. Я буду как пенек. Короче, расклад такой. РМ заглох. Мы слили немножко воды с глушителя. Там вытекло. Сейчас открутили свечи. Чуть-чуть попала вода в цилиндр. Он плюет водичкой. Подожди, Сань, посмотрим. Сейчас, давай. Ты не снял. А, ты не снял вторую свечу? Нет. Сейчас снимем вторую свечу. Выплюнем воду, заведем. И джинь-джинь. Поедем. Так, все, погнали. О, водичка, водичка пошла. Завели РМочку, все нормально. Выплюнули водичку с цилиндров. Все работает, все отлично. Собираем, едем дальше. Штурмовать водные преграды. Александр, видишь, как нормально все, удачно сложилось. Раз, раз, все. Нормально? Нормальные. Вот был бы один цилиндр, да, скажи? Да, попроще был бы. Да, вот пусть люди расскажут, что лучше в таких ситуациях, два цилиндра или один. Вот мое личное мнение, что квадроцикл лучше, когда один цилиндр у квадрика. Согласен. В таких ситуациях, да. Так, у нас... Через поршневые кольца водичка попала немножко из горшков в карту. После всех этих процедур вам надо проверить масло. Обязательно. У нас эмульсия смешалась. Сейчас мы будем делать замену масла. То есть купим масло 5 литров, зальем, прогоним, потом еще раз. И так пока не станет нормальным, чтобы не положить мотор. Продолжаем водные процедуры. Следующий балтмотор. Поплыл, поплыл. Берем масло 10.40 Лукойл. Сейчас сделаем заливку, промывку, и все будет отлично. Знаешь, Александр, смотри, какая у нас сейчас процедура? Объясняем заливаем нашим зрителям. Масло с мотора. Так. Заливаем свежее. Так. Прогоняем его чуть-чуть, так. Короче. Ага. 5 минут. Ну, может быть, и меньше, короче. Заново сливаем. И заливаем еще раз. И заливаем еще раз. Две промывки делаем. Да. И нормально. Надеюсь. Все, для этого мы прикупили тару сливать. Потом мы прикупили масло Лукойл. Сольем все. Потом мусорить не будем. Аккуратненько все промоем и зальем обратно и отвезем на помойку. Не будем ни в коем случае сливать в землю или куда-то. На 13. Все, на 13 откручиваем гаечку. Блять, наоборот, еще колом на руке застыл. Короче, вот такое у нас масло. Вот такой молочный коктейль получился. Делаем сейчас первую промывку. И потом еще одну. Не, ну одну промывку и вторую уже заливаем. Заливаем, да, так. Thank you.
рубим, рубим, кайфуем. Отличная погода, отличная компания. Вау! Небольшая горка, Игорь заходит, ну как небольшая, она крутая достаточно. Покушать в кафе, у нас царский стол большой. Парни, парни, как сегодняшняя катка вам? Нормально. Как? Ну нормально такая, конечно, сегодня мало покатались, чуть-чуть мало проехали. Техника немножко подводит, но это она дает к сезону, знаете, что надо устранить. Так да. Что все нормально. Ты что, а сервис у Игоря работает? А сервис работает. Красавцы, просто получаем кайф. Ночная каточка, это невероятно. Зимняя ночная катка, ах, вы не представляете, какой это кайф, ребят.
закончили нашу покатушку. Все прошло отлично. Уже ночь, ну как, 11:30 времени. Катались с 12 утра, собрались в 11, выехали в 12, покатались. Короче, все с кайфом. РМ спасли сегодня. Все нормально. После того, как утопил, проехал очень много. И препятствий, и это масло чистое. Потом произвели еще две замены. В общем, всего 4 замены сделали. РМ в порядке, едет, валит, по трассе сейчас шел. После этого еще катался очень много.